Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня хочу вам предложить очень легкий и быстрый завтрак – яичный омлет с шампиньонами. Для этого нам понадобятся яйца, сладкий перец, зелень, шампиньоны, лук, сыр, ветчина, масло для зажарки, перец и соль. Для начала мы будем делать омлет. Мы хорошо взбиваем яйца. Теперь к яйцам добавим порезанную зелень и мелко кубиками режем сладкий перец. Все хорошо перемешаем, и теперь сюда немножко натрем сыра. Сыр может быть любой, какой вы любите. Много сыра не нужно, примерно грамм 50-70. Я буду тереть на крупной терке. Добавим соли по вкусу, как вы любите. Все хорошо перемешаем и отправим это на противень жарить. Берем противень. У меня противень 37 сантиметров на 27. Пергаментную бумагу мочим в воде. Отжимаем. Очень сильно не надо. Она должна остаться влажной. Раскладываем бумагу на противень. И выливаем сюда вот такую красивую яичную массу. Если у вас противень меньше размером, то вам, в принципе, понадобится поменьше яиц. Это вы можете регулировать уже по размеру вашего противня. Вот такая красота у нас получается. Мы отправляем его в духовку на 180 градусов на 10 минут. Пока жарится омлет в духовке, мы быстренько обжариваем лук и шампиньоны. Добавляем туда ветчину. Если хотите, можно сыр положить. В общем-то, начинка идет так, как вы любите. Если у вас нет шампиньонов, можно заменить их просто ветчиной, сыром, сосисками и любой колбасой. Фантазируйте. Я думаю, что здесь с любой начинкой будет очень вкусно. Ну что, друзья, вот наши шампиньоны готовы. Мы немножко добавим соли, добавляем по вкусу, кто как любит, немножко черного перца, добавляем ветчину. Все мы хорошо перемешиваем. И наша заправка для омлета готова. Ну что, дорогие друзья, наш красивый омлет готов. Мы его накрываем пищевой пленочкой и переворачиваем. Снимаем бумагу. Дадим ему немножечко остыть, буквально 1-2 минутки. И сверху на вот эту внутреннюю сторону будем укладывать наши грибочки. Выкладываем грибочки. Раскладываем вот так вот, выравниваем по всему омлетику. Запах стоит обалденный. Очень вкусно. Жареные грибы всегда вкусно. Но те, кто не любит, это всегда можно заменить на любые продукты, овощи, мясные. Все равно что, сюда подходит любая начинка. И заворачиваем рулетик. Сразу его завернем в пленочку, кладем рулет шовчиком вниз. Посмотрите, какая красота получилась. Дадим буквально 5 минут настояться рулету, пропитаться. В это время вы для своих любимых можете заварить чай, кофе, и будем накрывать на стол.
Ну что, теперь посмотрим, что у нас получилось. Очень красивый рулет. Ой, какая красота. Я думаю, что это понравится всем. И взрослым, и детям. На завтрак сделать такой омлет, ребята, у нас это заняло буквально 15 минут. Все очень быстро и легко. Посмотрите, как это получается красиво, очень вкусно и полезно. Наш рулет на завтрак готов. Он получился очень красивый и безумно вкусный. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели нас. Подключайтесь на наш канал, не пропускайте новых рецептов. Прошу к столу и приятного всем аппетита!